Такси «Вояж» 9-3-8-9. Здравствуйте, вас приветствует информационная служба ТНТ «Поиск». И вот основные, но не все темы программы. Они трудились на совесть, но работали незаконно. 62 нелегала задержаны в плену. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности, оснований нахождения и соблюдения законодательства Российской Федерации. Контроль за безопасностью в наших домах. Проверка газа в Решетниково. Диагностику делать надо, потому что это ваша безопасность. Сначала они мечтали о новых квартирах, теперь о комфортном микрорайоне. Активисты Акуловской слободы стучатся во все инстанции. Живем практически в поле. На отшибе. Ничего нету, никакой инфраструктуры нету здесь. «Бедные люди» на ТНТ. Канал запускает новый комедийный сериал. Источник шуток, как это жизнь, это взгляд на жизнь. Просто невозможно смотреть серьезно на это все окружающее.